Всем привет! С вами Миля, и у нас новости. У Айзы Анохиной и ее мужа Дмитрия большая радость. 3 октября звезда родила второго наследника. И рождение ребенка в прямом эфире транслировал портал Life. Композиции Бонни Тайлер и любящий супруг рядом. Айза предусмотрела все заранее. Имя мальчику выбрали звездное, его назвали Элвис. Как стало известно, малыш и мама чувствуют себя хорошо. Тысячи пользователей оценили поступок девушки, поэтому роды Айзы в прямом эфире сопровождало множество пожеланий от неравнодушных людей. И, конечно же, шуток по поводу нестандартного подхода к столь интимному моменту. Напомним, Айза также воспитывает сына Сэма, рожденного в браке с Гуфом. А мы поздравляем Айзу и Дмитрия с рождением сына и желаем родителям и малышу счастья и здоровья. На сегодня все. Пишите ваши комментарии, что думаете об этой новости, ставьте лайки и дизлайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Всем пока!